Васильевич, приездом, прежде всего. Спасибо. Рад вас видеть. Еще раз хочу сказать, примеры работы даже несколько. С точки зрения безопасности, это уж мы сейчас отдельно с глазу на глаз поговорим. В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая, уверенная. Мы взаимодействуем в этой сфере по наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались. Все идет по плану. 8 числа, как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Мы думали, будет хуже, но пока немножко лучше, чем мы думали, и слава Богу, так потихоньку мы отстроим наши отношения. Уже публично сказал на собрании у нас секретарей Совета Безопасности Евразэс, что мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят и что, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. Я сейчас с коллегами пообщаюсь, поговорю с ними. Несколько слов сам скажу, их послушаю и вечерком предлагаю, я вас проинформирую об этом.